Всех приветствую на канале Boston Technic, с вами Влад. Сегодня представляю вашему вниманию зерноуборочный комбайн Don 1500B. В шикарном состоянии, 2005 года выпуска. Второй хозяин у него. Использовался в очень грамотных руках. Много чего заменено. Комбайн полностью на ходу, не требует никаких вложений. Так, у кабины я вам потом покажу. Многие шкивы, тросы. Много расходных материалов, все в нем поменено. Обратите внимание, никаких рватостей, потертостей в районе измельчителя. Так, ну тут, к сожалению, мало что увидите. Идем дальше.